Сегодня же члены японской делегации побывали на некоторых предприятиях Чувашии. В числе первых – предприятия электротехнического кластера. Наши разработки в области релейной защиты и автоматики известны далеко за пределами республики и страны. К примеру, среди партнеров электроаппаратного завода и компания «Тошиба». Японских гостей заинтересовали и технологические процессы, применяемые на предприятии «Сеспель».